В микрорайоне Подрезково привели в порядок участки на улицах Синявинская и Новозаводская. Эти территории граничат с Москвой. Вот так обочина дороги возле новых многоэтажек на улице Синявинская выглядела до уборки. Куча старого мусора, вмерзшие в грязь. Все утро коммунальщики вручную убирали все, что накопилось за зиму. Такая же картина с мусором и в Пролеске возле частного сектора на улице Новозаводская. Все эти участки принадлежат соседям, столичному району Молжаниновский. Но руководители Подрезково решили не дожидаться помощи столичных коммунальщиков. Это участок относится к Молжанинскому району города Москвы, но тем не менее он находится сопредельно с территорией микрорайона Подрезково, поэтому приходится обращаться за помощью к подрядным организациям как МПД ЖКУ, так и подрядным организациям МБУ «Химдор». Сейчас мусор Молжанинова убрали, но если он появится снова, велика вероятность, что он в прямом смысле прилетит к соседям из Химок. Все из-за того, что мусорные площадки в столичном районе не оборудованы должным образом. У них, во-первых, нерегулярная, не оборудована контейнерная площадка. Если вы видите, вот наша контейнерная площадка оборудованная, закрытая, то есть при порывах ветра мусор не разлетается. У них совершенно так ничего не предусмотрено. Установлено бункера, два бункера по 8 кубов, которые ничем не закрыты. Любой порыв ветра, любой ураганный ветер, и все у нас на территории опять. Отдаленные от Москвы улицы географически являются основными магистралями для нашего Подрезково. Работы по их уборке проводятся постоянно, а этой весной к благоустройству территории местные власти попытаются привлечь и жителей. Ирина Веременко, Виктор Федотов, служба новостей.